В областной администрации намерены помочь людям с ограниченными возможностями здоровья в открытии собственного дела. Благо, интерес растет. В 2018 году госуслуги по содействию самозанятости получили 69 инвалидов. В 2017 году желающих было в 1,5 раза меньше. Сейчас в областной администрации решают вопрос о выделении торговых мест на ярмарках и иных мероприятиях для самозанятых инвалидов. В будущем, возможно, в регионе изменится налогообложение для таких людей. Помочь с открытием своего дела может областной бизнес-инкубатор. Здесь начинающим предпринимателям предложат помещение на льготных условиях. Кроме того, окажут консультационные, бухгалтерские и юридические услуги.